Здорово, Яки. У микрофона Зуберки я вам принес вторую часть ответов мейлов на те вопросы, которые не собрали от встречи с игроками. Будут и нормальные вопросы, будут и откровенно ебанутые просто на всю голову. Пожалуй, со странного вопроса и начнем. До баланса 2.0 игра привлекала игроков пиксель-хантингом. Сейчас этого нет. Какие действия вы предпримете для привлечения игроков? Нормальный, да, такой чувак спрашивает? Прям вообще, у него все хорошо, он понимает, что происходит в игре и насколько интересен пиксель-хантинг игрокам. Вот я не знаю, такое ощущение, что ты спрашивал какой-то, знаете, закоренелый статист, у которого прям вообще в башке все перемешалось, он даже примерно не представляет, что пиксель-хантинг нравился полутора коллегам, сука. Ну да ладно, разрабы отвечают ему, что пиксель-хантинг для геев, и они его убрали для нормальных пацанов. Далее, какова реальная мотивация ограничения числа типов снарядов? На некоторой технике трех типов снарядов реально не хватает. Мы планируем ввести 4 слота под снаряды. У-ху! Это разумный компромисс. 5 снарядов есть мало у кого, ну а оставлять заведомо пустой слот у большинства машин бессмысленно. И это правильный ответ. 4-й тип снаряда очень поможет, плюс 5-ка останется свободной под расходники. Это правильно абсолютно. Мне нравится такой вариант. Верным путем идут товарищи. Будут ли реализованы маскировочные сетки? Подключение маск-сетей к каждой конкретной модели — это большой объем работ. Технически задача решаема, тем паче, что танки с сеткой есть. Но ее реализация требует большого количества ресурсов, которые мы вынуждены будем оторвать от разработки новых моделей, доработки текущих танков и прочей херни. Так что маск-сетки не в приоритете. И действительно, маск-сетка — это не просто фактически шкурка. Это 3D-объект, который нужно рисовать, моделить, там всякие карты, хуярты, там нормали и прочей дряни. В общем, это большой объем работы, и на кой хрен, ну, выпускать маск-сети, когда у тебя в игре нету год контента нового? Я думаю, ответ на этот вопрос очевиден, да? Не стоит таким заниматься, лучше сделать новую ветку. Будет ли меняться система урона снарядов? Текущая система не работает. Отличный вопрос, самый лучший в выпуске. Да, будет, и это краткосрочные планы, мы опишем все изменения в отдельной статье. На данный момент система работает через сральню, потому что бонус то вылетает, то не вылетает, то он есть, то его нету. В одно место может не вылетать ни бонус у кумуля, ни бонус у ББ, хотя это взаимоисключающий фактор. Или то, или другое всегда должно вылетать при стрельбе в одну точку, хотя бы что-то из этого. Потому, вот что я знаю, вроде как уберут бонус, кумулям могут поднять урон до хороших значений, чтобы они были выгодны для стрельбы в корму и попу, и в борта, и по легкой технике. Но у них будет коэффициент, который снижает урон в зависимости от толщины пробиваемой брони, от экранов и прочей дряни. Если кумуль взорвался далеко от брони, но все же ее пробил, значит он нанесет мало урона. Если ты попал кумулем по какому-то картону, то ты его просто вытрахаешь на все деньги. Тут другая проблема возникает. Что делать с ББМками? Не слишком ли они будут сильно страдать? Но это все поправимо. В конце концов можно 200-300 хп кому-то докинуть, и все будет нормально. Будет ли уменьшен разброс у ББМ при стрельбе длинной очередью? Для некоторых высокотехнологичных пушек с хорошей стабилизацией – да. Нет, этого недостаточно. Я считаю, что нужно всем абсолютно автопушкам, ну кроме вот жестких автопушек, типа биглайтовских, да, дать хорошую кучность стрельбы. Чтобы вы могли и пофугасить кого-то в крышу, и попадать нормально, а не в белый свет долбить, как в копеечку. Если сейчас автопушкам, вот просто всем автопушкам, дать стабилизацию на ходу, как у лучших ЛТшек, ничего не поменяется. Они все равно останутся говном. Но ими будет комфортнее стрелять немножко. Я вот не понимаю разработчиков в этом плане. Взяли, блин, сделали разброс сумасшедший с жопу слона и ожидают, что кому-то эти автопушки понравятся. Да они нахер не нужны, ими никто не пользуется вообще. Только в ПВЕ. Далее, будут ли реализованы прицелы и собственный камуфляж? В ближайшее время мы не планируем работу по настройке внешнего вида интерфейса, но через некоторое время собираемся приступить к пересмотру интерфейса в бою и, возможно, поддержим настройку разных прицелов. Браво-браво, просто вот... Всего 2 года игре, у нас по-прежнему нету кастомайза прицела. Просто браво! Конечно же, всякие шкурки-хуюрки... Очередную версию крашенок нарисовать — это очень важно. А сука, нарисовать за 15 минут парочку новых прицелов их художники не могут. Просто вот введи переключалку, да, выпадающий список. Не помню, как он называется. Поп-список, что-то такое. И введи, сука, переключение прицелов на внешний вид. Все, Карл, текущий прицел — говно.
Просто говно, он постоянно теряется на фоне всяких желтых грунтов и прочей гадости. Вот я не понимаю, это какая-то секта реально не любителей прицела. Ну, это рационально не объясняется. Вот просто не объясняется. Дальше. Будет ли инспектор брони или нет? Инспектор брони есть в планах, работы уже по нему начались, но о точном сроке введения говорить пока еще рано. Это значит, что забейте, пацаны через полгода введут, ну, может через 4 месяца. Прочие вопросы. Восстановится ли прежняя доходность? Отличный вопрос. На злобу дня, не в бровь, а в глаз прям. Давайте же послушаем. Немножечко воды. В ближайшем обновлении стоимость снарядов будет снижена. Мы хотим получить ситуацию, когда при хорошей игре заработок будет аналогичен доходам в 0.18 или даже больше. Стать меньше он может только при плохой игре, но в любом случае не должен уходить в минус без учета расходников. Отлично. Замечательно. Три замечания. Первое замечание. Вот запил про то, что стоимость снарядов будет снижена. Это, наверное, запил про патч, который уже вышел, да? То есть сначала вышел патч, а потом вышел устаревший ответ на вопрос. Я правильно понял? Окей, окей, мыло. Я посмотрю ближайший патч. Возможно, я не прав, и вы еще снизите стоимость снарядов. Но что-то мне подсказывает, ну, зная как бы опыт общения аудитории с мылом, да? Я знаю, что, скорее всего, все-таки просто это запоздавший ответ на вопрос. Далее. Мы хотим получить ситуацию, что при хорошей игре заработок будет аналогичен доходу в 0.18. Хорошо, а что быть, как быть от остальным чувакам? Вот статисты будут фармить как в 0.18. Окей, я свою жопу успокою. А что делать с остальным пацанам? Кто не фармит как в 0.18? То есть они будут зарабатывать только когда раз в 100 боев набьют там 7-10 тысяч урона? Когда им, не знаю, звезды и луна сложатся так, чтобы они набили? Ну как-то, опять же, странно. На текущий вариант даже я дерьмово фармлю. А уж обычные пацаны, а уж, блин, днище, которых абсолютное большинство в игре, ну, там 47% чувак играет, да он вообще себя чмом ощущает просто. Как ему фармить? По 600 боев, что ли, на одну десятку? Да нахуй ему такая десятка нужна? Я вот не понимаю. Дальше, когда исправят баги? Никогда, шучу. Мы активно работаем над исправлением критических ошибок и планируем их исправить в ближайшее время. Ну, я очень надеюсь, что все-таки поправят. Очень мешает играть проблема... Ой, пошел он нахуй с этим вопросом. Опять, блин, какая-то частная херня про вылет клиента. Чувак, просто отъебись, а. Вот не будь дураком. Дальше. Когда исправят статистику техники на сайте в личном кабинете? Тоже для долбоебов вопрос. Там игра не работает нахер. Уже 2 месяца как КД и... Птуры не летят, и КД не стреляет. А у чувака проблемы статистика на сайте. Окей. Зачем нужен сброс статистики? То же самое, блин, мудак какой-то. Будут ли камуфляжи? Вот, ну хоть что-то. Будут ли камуфляжи в ящиках? Будут ли исторические камуфляжи? Да, мы планируем добавить камуфляжи, и не только их, в рамках будущей переработки системы трофеев. Ну мы это уже слышали. Нет. Изменится ли интерфейс ангара на более привычный? Здесь есть две сложности, которые делятся на все непривычное и что-то недоделано. Недоделано мы доделаем, ну а так. Многие пытаются работать с новым интерфейсом, как старым. Как со старым. Удивительно, да? Невероятно. Чуваки привыкли к одному интерфейсу, а им какое-то говно новое впихнули. Они стараются работать со старым интерфейсом, но у них не получается, потому что новый интерфейс неудобный, сука, никак вообще. Например, часто видно, как игроки пользуются всплывающими подсказками, хотя на экране есть полная информация. Да иди ты в дупу с полной информацией. Там даже на уровне кликов интерфейс новый. Говно, говно, Карл, его надо дорабатывать. То есть сейчас идет переходный период привыкания к новому интерфейсу. Ну да. Мы знаем, что это непросто. И сожалеем о доставленных неудобствах. Зачем вы тогда это сделали? Зачем, Карл? В картошке не такой интерфейс. Не-а, не такой. Не такой ебанутый, как вот сейчас у нас. Ой, такая переделка была необходима. Новый интерфейс не только упростит настройку танка для новых игроков, но и закладывает возможности для будущих дополнений и развития. А в старом интерфейсе невозможны были дополнения и развития. Это был, сука, тупик, из которого выхода просто не было, как из лабиринта, мать его, Минотавра. Я понимаю, да. Это очень-очень-очень-очень-очень вводный ответ. Вот просто вводный мир с Кевином Костнером. Почему БМПТ получает полный урон в свой необитаемый модуль? Вот как вы думаете, почему? А я вам отвечу. Это баг, и он будет исправлен. Там мыло наверное, сидит и на куриной жопке гадает. Когда же мы поправим БМПТ? БМПТ 72 уже поправили. Может быть, БМПТ
тоже поправить? Нет, пожалуй, не сейчас, ну, как бы, я не знаю. Не, ну, конечно, это вопросы одного толка, и проблема одной категории. Уже всем, сука, почти всем танкам в игре, там, комбашенки поправили, небитайку поправили девяткам, десяткам. Почему же БМПТ нельзя поправить? Пожалуй, немножко подождем. Понимаете, еще недостаточно тепло за бортом. Понимаете? То есть нужно подогревать окружающую атмосферу пуканами игроков. Пожалуй, немножко вот... Вот не хватает. Там мы подмерзаем в офисе, не хватает немножко отопления. Вот когда станет тепло, плюс 25-27, вот тогда все и поправим. Дабы не было засухи. Ну и последний вопрос. Расскажите о новых ивентах. Мы обязательно продолжим традицию тематических ивентов и марафонов на сайте с постепенной интеграцией их в клиент игры. Помимо этого, в разработке находятся... Чтобы вы подумали, что находится в разработке? В разработке находятся уникальные ивенты, просто уникальные, Карл. Уникальные. Предлагаю погадать в комментариях, какого рода уникальные ивенты нас ждут. Моя версия, нас ждет Багфест. Багфест. Значит, игрок, каждый игрок, заходя в игру, получает случайный баг. Кого-то выбрасывает каждый бой. У кого-то перезарядка плюс-минус 10 секунд. У кого-то танк нахуй вообще не едет. Вот просто не едет. Стационарная турелька. У кого-то снаряды пролетают через танки каждый второй. Значит, ваша задача выжить и, ну, не сгореть, да? И отыграть 50 боев за 2 дня. Если отыгрываете, получаете бесплатную мазь от геморроя и поход к проктологу. На халяву за счет мейла. Ну и какой-нибудь там, ну, скажем, орден Святого Ебукентия 13 степени. Прям на грудь такой красивый, с закруткой, сука, на спине. Будет нарядно. Сразу можно будет увидеть вот стоического человека, понимаете, который пережил тяготы и невзгоды. Прошел огонь, воду, медные трубы и баги Mail.ru. Да, такого чувака, безусловно, будет уважать. Ему дадут пенсию по инвалидности, все будет хорошо. В общем, жду ваши комментарии с возможными ивентами уникальными, которые вы сможете предложить, да? Как обычно, лайкаем и подписываем на лайковича, там, комментируем, бомбим, да, я к этому уже привык, и приходим еще. Будет интересно.